на весах 87 300. Делаю завтрак, компотик. Сейчас заварю его. Здесь кусочки фруктов даже есть. Творог у меня вчера закончился. Сегодня куплю свеженький на завтра. Сейчас настоится 3-5 минут. Выпью. Мне достаточно. Я свой желудок уже подготовила к маленьким порциям. Это будет мой завтрак. Потом скушаю яблоко. Вот, пожалуйста, такое вот яблочко. И потом у меня будет обед. Подошло время обеда. Такой чаек заварила. Сейчас заварю суп-крем из грибочков. В чашке буду заваривать. Так, пожиже, чтобы его выпить. Пока есть, сильно не хочется. Отвлекаюсь делами по дому. Вот какой супчик беленький получился. Тоже пусть минуточек 5 настаивается. И вот здесь у меня полента крестьянская. Так. Крышечкой прикрою. Дополнительно ничего не буду есть. Хватит мне. Запах хороший какой. Вот это вот обед. Так, друзья, это у меня вечер уже. Ужин. Завариваю кисель очищающий. Я люблю побольше, чтобы было водички, пожиже. Так вот. Замечательно. И паэлья куриная. Тоже все. Тут мяско плавает. Сейчас крышечкой закрою. И вот у меня огурчик и помидорчик. Вот так вот. Сейчас выпью кисель. Через некоторое время покушаю. У меня отварено куриное мясо. Но пока что не хочу. Потом, если что, все равно мне огурец и помидорину все не съесть. Может, что-то одно съем. А потом с куриным мясом еще. Если есть, захочу. А так нормально все. Пока есть не хочется. Пока только запахи такие летают аппетитные. Ну и на ночь выпью кефирчик обезжиренный. Так вот. И все пока на этом. Завтра посмотрим, какой будет у меня отвес. Всем пока-пока. Всем здоровья. Здоровья вашим семьям. Спасибо, кто смотрел, кто был со мной. Спасибо огромное. Пока-пока.